В Якутске прошли мастер-класс олимпийских чемпионок по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной и Яны Гавриленко. По приглашению клуба «Бриллианты Туймады» спортсменки отработали с маленькими художницами в течение месяца. С олимпийскими чемпионками встретилась Нюргуяна Егорова. Так же, как и эти девочки, в юном возрасте, придя в спортивный зал, Анна на всю жизнь влюбилась в художественную гимнастику. Первую золотую медаль на международном уровне Анна Гавриленко выиграла в 2003 году. Они прошли через многие изнурительные тренировки, где были боль и слезы, но в то же время выработался настоящий стальной характер. Некоторые сошли с дистанции, но самые сильные и талантливые дошли до пьедестала Олимпийских игр. Я спрашиваю их, какая у вас цель на ближайшие годы 3. Они говорят, мы очень хотим попасть на Дети Азии. Это будет в 2020 году, если я не ошибаюсь. И вот у них есть такая мечта, а мы стараемся воплощить мечту в реальность. И, конечно, тоже очень, хоть мы и далеко находимся от вас, но с удовольствием будем прилетать, помогать, чтобы мечты детей сбывались. С более опытными художницами работает Дарья Шкурихина. У нее есть своя школа. Дарья ездит по всей России, дает мастер-классы, проводит сборы и соревнования. В 12 лет впервые встала в групповое упражнение и поняла, что именно здесь будет сформирована команда мечты. Вся жизнь была посвящена единственной, но самой главной победе. Олимпийские игры – это вообще что-то абсолютно другое. Это очень волнительно, на самом деле, когда ты понимаешь, что вот сейчас решается твоя судьба. Да? Вот ты готовился, шел к этому, там чемпионат Европы, мира, там Кубки мира, этапы Кубка мира, то есть много, да, чего. И тут завтра вот у тебя именно решающий день, который вот либо ты пан, либо ты пропал. То есть это, конечно, очень волнительно, это ни с чем не сравнимо совсем. То есть у меня на данный момент нет даже похожих эмоций, я даже не представляю, с чем это можно сравнить. Это вообще что-то для спортсмена, это другое. Детишки за время мастер-класса освоили много материала. Олимпийские чемпионки и многократные победители чемпионатов Европы и мира надеются, что в скором временем юные гимнастки проявят свое мастерство. Нюргуяна Егорова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.